Allemagne, une stabilisation, dissertation d'un team et de dissertation d'un robot d'un team, nous avons des restaurations et générations architectures de grandes structures de la statistique de la Palestine, la première guerre de Gaza. Team de dissertation d'un Следование посвящено изучению состояния проблем сохранения сектора газа в Палестине. Основные выборы темы следования архитектурно-архитектурных наследий городов Палестины примыкают в честь значительные в арабской архитектуре и мировом культурном наследии Палматика. Тема следования рассматривается на материале статистического альяра города Газы значительно пострадавшего в период войны 22-й половины 20-го начала 21-го века сектора газа состоит из 5 губернаций Северного Газа и Газа и Средней Зоны и Хан-Юнис и Рафа. И площадь которой составляет около 3,56 квадратных километров, население сектора газа составляет по свидетельству 14-го около 2 миллионов человек. Проблема следования состоит в необходимости актуализации современных рисков и угроз для сохранения архитектурно-археологического наследия исторической среды второго города Газы. В том числе на основе отчета политической ситуации в секторе Газа есть многие политические проблемы между израильской и организации ХАМАС, и есть многие в последнее время войны, но в 2014 году войны – это самая разрушенная война для африканской политики города Газа. Но обстрел израильских военных самолетов на африканской памятке в этом войне и цель следования состоит в явлении и систематизации следования по сохранению архитектурно-археологического наследия города Газа, адаптирования современной архитектурно-реставрационной практики, особенностями политической ситуации и направлений организации по управленности и детальности по охране наследия. Задача следования изучить исторические и современные объекты исследования наследия исламской архитектуры, выявить теоретические аспекты методологии сохранения архитектурно-археологического наследия и провести анализ современного состояния реставрации и регенерации комплексов мечети второго города Газы и так далее. Объекты исследования, архитектурно-археологические объекты и комплексы исторических средств города Газы и предмет исследования метод сохранения, реставрации и регенерации объектов наследия в пространстве структуры исламского города, адаптирования и особенности современной политической ситуации в секторе Газа. Выбор методов исследования обсудим методология процесса охраны культурного наследия, опирающийся на нормативные положения, закон детальные актов и рекомендаций организаций международного и национального уровня по охране природного и культурного наследия. Теперь вам разные историографии архитектуры и особенности формирования наследия исторических городов в Палестине. Первые рисунки – это карта сектора Газа и развитие исторического населения в городе Газа от период мамлюков 13 века до британской монархии 19 века. И второе развитие это развитие карты Палестины от ханаанского периода до настоящего времени. Ханаанский период это 14 века до нашей эры и греческий период 324 год до нашей эры. И римский период – это 100 город и год нашей эры, и византийский период, и османский период, и первый исламский период от 7 века до османский период 19 века.
И это же только подзывает, администрация территории транспорт для вакцинской карты в Балстине. От Османских период до настоящего времени. И это влиятельные фигуры истории Палестины от Александра Великий в 333 до нашей эры до Османский период Султан Абдулхамид II в конце 19 века. И это история Италии, развитие палестинской архитектуры из фанальской эпохи до современной Берги. Это дворец Ханальский, это построен 1931 до нашей эры. И на второй карте это развитие города Газы от византийского периода до настоящего времени. И это карта сектора Газы, и это развитие границу старого города Газы. Берги Италии, это персидский период, 332 до 65 года до нашей эры, и на второй Италии развитие старого города, это Берги Исламский, 7 века, до Мамлюк, и в третьей Италии развитие границы, это Мамлюк период 16 века до 19 века. И этап номер 4 – это развитие назаветных города. Это британский мандат 1917 год до 1948 года. И этап номер 5 – развитие назаветных и на южный. Это египетские администрации от 1948 до 1967. И номер 6 – это развитие города и на востоке и на южном – это сарайские оккупации. И последний этап номер 7 – развитие границы второго города Газа – это на южном секторе Газы, это Палестинской национальной администрации. И это рисунки мы подзываем карта второго города Газа и самых важных архитектурных памятников в втором городе. Как церковь Бервериус, он построен в 395 год, и дворец музей Даши построен Памлю Бервериус в 13 века, и рынок от Кайсария построен 63 до нашей эры. И другие памятники, как Замя Аль-Ахмадия и дом с Хан Аль-Алами и другие. Это в результате анализа Лежития расположены автора литературной по теме исследования были выявления основания группы источников, обеспечивающих степень изученности проблем исследования. На начале этапа исследования были выявлены исторические источники и картографические материалы. И для выявления состав и типологии архитектурно-архитектурного и градостроительного наследия сектора Газа расположены основы в системе общей культурной связи региона от Ханальской бури до настоящей времени. И вторая группа – это источники, связанные с проблемами отношения к наследию. И во втором разе это теоретический подход к сохранению архитектурно-архитектурного наследия исторических городов Палестины. Обоснованием технологии сохранения архитектурного наследия эксперимент с современной ситуацией города Газа. Берги
рисунки, это показывает список объекта всего медленного наследия ЮНЕСКО в Палестине. В городе Газа есть просто три памятника в список к ЮНЕСКО, и в Западной Америке есть 13 памятник в список. И в этом рисунке это документы база ИНЕ. Это паспортный. И я работаю в Министерстве туризма и туристической в секторе Газа. И раньше мы ввели документы базы для всех памятников в городе Газа, потому что есть всегда проблемы и конфликты. И это должен быть мапа всей информации и все фасады внутри экстерию для памятника. И как мечет Аль-Махкама, Вечет Махкама, мы были составляем документы или паспортные документы и статьи информации и внутри фасады и экстерьер. И в войне 2014 года она все разрушена территории площади, всегда минерал будет сейчас. И это проект, так, Аль-Айтам, это карта Иерусалим. И Катар Иерусалим это разделен на 4 квартала: исламский квартал, и христианский квартал, и армейский квартал, и еврейский квартал. И это мечеть Аль-Акса Иерусалим. И это ЮНЕСКО и фонд Иерусалим были собрали все памятники в городе. Например, памятник Дар Эль-Эйтам, они собрали все фасады внутри экстерьер и реабилитацию до школы и выбросили. И это классификация объектов наследия для города Эль-Эйтам. И два таблицы. Первая таблица это методология Италии проведения работы следования оценки и направления сохранения. И вторую таблицу это рекомендации определения допустимые изменения на